Смотрите в этом эпизоде. Друзья! Мы тебе не друзья. Я так вообще рожу бы тебе начистил. Но скажи спасибо Петьке за его добрую душу. Мы друзья. Зря ты так, Василий Иванович. Он ведь раскаялся. А мне, Петька, это перпендикулярно. И спасать я его не собираюсь. Полез я, товарищ комдив. Я бы на твоем месте, Петька... Лезь, Петька. Да я аккуратненько. Да шут с тобой, Петр. Лезь, только осторожней смотри. Я знаю, что бронепоезда на станции нет. И, скорее всего, не будет. Где он застрял, неизвестно. И что это значит, Петька? Что? Это значит, Петька, что нам надо отправиться ему навстречу и выяснить, где он там застрял. Пешком? Почему же? Транспорт надо какой-нибудь найти. Не надо ничего искать. Я тут дрезину по дешевке приобрела. На ней и поедем. О, какая молодец, Анка. У нее топлива нет. Я слышал, вам тут топливо требуется. А есть? Да, требуется. Есть. Тут в бочке вот бензина немного осталось. Могу презентовать. Привет, друзья! Итак, Петька Василий Иванович, 5, эпизод 11. Конец игры! Хотя это и не конец игры, друзья. Подписываемся, а компания Бока совместно с компанией загружаемся. И поехали, друзья. Так, Фуфайкер. Вперед! Коммунизм! Ты откуда собрался, Петька? Никуда. Ха, говоришь, в коммунизм? Да это я плакат читаю на мосту. А, смотри, не ошибись в направлении. Товарищ комдив, а до коммунизма далеко, если пешком? Коммунизм, Петька, это идеология. До него нельзя дойти, но к нему можно прийти. Как это? Молча. Объяснять бесполезно. Это нужно сердцем чувствовать. Во как. Крючок какой-то. Ой, оторвался. Сам? Ой, я оторвался. Ну, крючочек нам надо взять. Друзья! Мы тебе не друзья, а я так вообще рожу бы тебе начистил. Но скажи спасибо Петьке за его добрую душу. Зря ты так, Василий Иванович. Он ведь раскаялся. А мне, Петька, это перпендикулярно. И спасать я его не собираюсь. Вот так вот. Полез я, товарищ комдив. Я бы на твоем месте, Петька, этого не делал. Да я аккуратненько. Да шут с тобой, Петр. Лезь, только осторожней смотри. Ого, высоко. Высоко. Лез бы ты лучше, Петька, от греха подальше. Не бойся, Василий Иванович, я не упаду. Так, снимаем Фуфайкера. Держись, Фуфайкер, я сейчас. Вот тебе и ай. Вот теперь тебе будешь ай. В цистерне сидеть, пока не посинеешь. А посинеешь ты непременно. Да, как-то я так неаккуратно. Парашютик заберем. Парашют – вещь полезная. Так. Главное, кувалдочку чтобы он тоже надо раскрылся. Забрать. Кувалдочку заберем сейчас. Василий Иванович, нам молот нужен. А то пригодится. Ну, пригодится так пригодится. А теперь мы молот кидаем у Файхера. Знаешь, Петька, а ведь молотом можно заклепки в этой цистерне повыбивать. Тогда боковые шлюзы отвалятся. И мы сможем проехать внутри цистерны, да? Именно, Петька, да. Внутри. Но и заклепки можно только изнутри повыбивать. Улавливаешь мысль? Ага, предлагаешь Фуфайкера подключить?
Его. Пусть послужит на благо родине. Ну так давай, я молоток ему в цистерну кину. Фуфайкер, лови молот, сейчас трудиться будешь. Чем нету? Затем, заклепки сбоку цистерны видишь? Вижу. Вот долби по ним, пока не обос... Пока они да, не да, выпадут. Пока не ясно? Обос. Значит, ясно. А ты, Петька, слезай. Сейчас поедем. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик, оставляем комментарии, не забываем делиться с друзьями. Конец работы! Вижу, что конец. А теперь, Фуфайкер, прижимайся к стенке, да посильнее, а то задавим. Жми, Петька! Поехали, друзья! Вот и приехали. Что это было, Петька? Как будто бы... По-моему, кто-то на стене тоннель нарисовал, а мы в него того врезались. Очень смешно, Петька. Только мне не до смеха. Если этот тоннель нарисованный, то где же тогда настоящий? Полагаю, там, куда ведут другие рельсы. Замурован наглухо. Стена. Но как-то ведь эта стена открывается... Надо думать, наверное. Петька, нам предстоит выяснить, как. Выясняй, Петька, выясняй. Кто-то тоже стены не заметил. Ничего смешного, Петька. На его месте могли оказаться и мы. Могли, но ведь не оказались. Подписываемся, друзья. Возьмем лопату. Я, пожалуй, этот совочек возьму. Возьми, Петька, возьми. Глядишь, при. Могилку там кому вырыть или еще зачем? Так, и там в трубе должно быть кое-что еще лежать. А лежать там будет подстаканник. Василий Иванович, а я в паровозной трубе подстаканник нашел. Лучше бы ты там, Петька, стакан нашел. Да желательно не пустой. Лучше бы, но, к сожалению, кроме подстаканника, там ничего нет. Полагаю, Василий Иванович, за этой стеной и есть настоящий тоннель. Ну, наверное, да. Я, Петька, в этом даже уверен. Теперь надо за рычажки подергать. Может, проломить стену, а, Василий Иванович? Чем? Головой? Ну? Вот тей, ну. Глупо, Петька, глупо. Рычажки дергаем, рычажки. Товарищ комдив, что это там за штуки такие внизу? Скорее всего, эти штуки... Какой-то своеобразный замок, Петька. Сейчас я гляну. Так, точно. Петька, что-то на вроде замка. Если эти две скобы соединить вместе, да закрепить, очень даже возможно, что мы сможем взломать эту систему. Так, давай-ка возьмем нашу подкову. И примерим. Полагаю, подкова подходящий крепеж для этих скоб. Конечно. Вот так. Так-то лучше. Так, дернем за колечко. Товарищ Комдив, почти получилось. Почти не считается, Петька. Вот когда совсем получится, тогда и радоваться будем. Так. Берем крючок. И цепляем кольцо эх, за крючок. Эх, разудись, плечо! Свершилось, чудесно. Товарищ комдив! Вижу, Петька, вижу, не ори! Теперь и ехать можно! Так, ладно, поехали.
Поехали, Петька. Глянем, что там за горизонтом скрывается. За туннелем, точнее. Поехали. Вот это да. А что тут за алкач? Иду, шагаю по Москве. Хулиганье. Ты у меня на 15 суток сядешь. Это я сначала возьми, мусор. Дурак, тебя ж током убьет. Покуражился и будет. Да ну и что? О, артист. Выпить не желать, только у меня стакана нет. Стаканом он люстру на станции разбил, шпана. А без стакана я пить не могу. Я человек культурный, так что, господа артисты, гоните стакан. Я знаю, у вас есть. Потому что артист без стакана — это КВН, а не артист. И взять его, паразита, не возьмешь. Рельс-то под напряжением, так что вы осторожнее, товарищи артисты. А я иду, шагаю по Москве. Иду я и шагаю, и тарарам, забыл. Товарищ Комбин, ты хоть пусть что-нибудь будет понимаешь? Под напряжением. Не совсем, Петька, но одно понял точно. Нас с тобой здесь за каких-то артистов принимают. А где это здесь? А пес его знает. Место какое-то незнакомое. Я таких раньше и не видывал. Да и песню этот хулиган какую-то странную поет. Где мы оказались, да заехали, непонятно. А, так это станция метро какая-то вообще. Наверное, я так думаю. Ладно, дадим-ка мы ему подстаканник. Ну-ка, Петька, дай-ка ему стакан. Так у нас же нету, подстаканник только. Вот его и дай, посмотрим, что он делать будет. Эй, стакан нужен. Еще как, давай быстрее. Ну, лови. Ты гляди, Петька, что делает. Ага. Ух ты. По ходу дела он уже того, совсем наклюкался. Ой, товарищ комбик, смотри, что это с ним? Мать честная. Лилипута превратился. Помогите! Много всякого видал, но чтоб такое. По-моему, Василий Иванович, у нас с тобой глюки. Сразу у обоих? Нет, Петька, так не бывает. Тут что-то другое, не поддающееся научному объяснению. А что, я не знаю. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик. Оставляем комментарий. Возьмем лопату. По какому поводу раскопки, Петька? Просто так. Вот клади так, просто так лопату в зад и без надобности не трогай. Слушаюсь. Не-не, что-то не то. Лопату. Если я его по голове лопатой тресну, то меня Василий Иванович неправильно поймет. И нет, тоже трескать потом треснет, не надо. Но уже по сапатке и кулаком. Очень больно будет. Не надо трескать. Давай-ка еще раз Василию Ивановичу отдадим лопату. Рисковать не стану. Да и товарищ комдив не одобрит. Он на этот счет очень грозный. Грозный, грозный. На Василия Ивановича. Но... Есть тут у меня, Петро, одна идейка. Как нам этого лилипута с рельс убрать? Лопатой по голове стукнуть? Зачем уж сразу по голове? Можно просто его этой лопатой на платформу закинуть. И рельсы освободятся, и без жертв обойдемся. Эй, ты, готовься там. Сейчас я тебя вытаскивать буду. Вот так. Так-то. Дяденька милиционер, я больше никогда пить не буду. Конечно, не будешь. Кто ж тебе теперь продаст? А вы, товарищи артисты, проезжайте. Не нарушайте порядок движения. Не, нарушать не надо. Поднажмем, поехали, Петька, там сзади кто-то а то нас сейчас котлету раздавят. Точно раздавят. Откуда это мы приехали? Стоп, машина, Петька, приехали. И дорога закончилась, и бензин весь вышел. Выгружайся. А куда рельсы-то есть, Василий Иванович? Эх, Петька, спроси что-нибудь полегче. А как же мы тогда дальше поедем? Пешком, Петька, пойдем на своих двоих. Хорошенькое дельце, а куда? Куда глаза глядят? Вот куда у тебя, Петька, сейчас глаза глядят? Ну, прямо глядят. Вот прямо и пойдем. Так там же дом.
То-то и оно, Петька, что дом. А в доме хозяева. Вот у них-то и надо спросить, куда тут дальше дорога ведет. Так. Ну, давай спросим. Эй, хозяева дома! Кого там принесла нелегкая? Ой, кажется, я кого-то разбудил. Чего урешь, идол? Хозяина нет. Нет хозяина. В город он подался за погремушкой. Слышь, как дитя без погремушки надрывается. Еле-еле успокоила, а тут вы. Да тьфу! Да. Вот вам. Знакомство прошло, я бы сказал, не очень хорошо. Да что там? Хреново прошло знакомство, Петька. Придется еще раз попробовать. Ну, давай еще раз. Эх, хозяйка, нам бы только дорогу найти. Идите к лешему, туда вам и дорога, бестолочам. Говорю, не орите, дитё успокоить не могу, а они опять за своё. Раньше, дорогу так, ты с женщинами ладил. Да, Петька, теряю я былую лёгкость. Это кукурузное поле. Так, осмотримся. Эх, завернули, прям лабиринт какой-то. Смешного мало, Петька. Теперь по чьей-то вине нам пешком топать придется. Знать бы еще, куда топать. Во-во. Так. Жалко бросать транспорт, Василий Иванович. Так там бензина все равно нет, Петька. И дорога к тому же кончилась. А может, с собой возьмем? И что ты ее в кармане понесешь, дрезин-то эту? Она же тяжелая. Да, с собой не получится. Ну и долго мы здесь стоять будем. И вообще, куда вы меня привезли? Это не я, это все Василий Иванович. Это он рулил, в смысле, указы раздавал. И не стыдно тебе, Петька, на меня одного все сваливать? Стыдно, товарищ комдив, извини. Просто не хотелось в глазах Анки авторитет свой уронять. И ты решил уронить мой. Ух, Петька, Петька. А как иначе? Так. Давай-ка Будина дадим. Ну, Петька, зови ее еще раз. Зачем, товарищ комдив? Все равно от нее ничего не добьешься. Зови, не бойся, я тут придумал кое-что. Ну, ладно. Тетенька, выходи, разговор есть. Какая я тебе тетенька? Я тебе... Ты бы, женщина, угомонилась лучше. Мы для твоего дитяти погремушечку принесли. Ну-ка, Петька, отдай ей бубен. А что, пожалуй, сойдет. Я мигом. Да-да, сойдет. Ну, наверное. Ну, спасибо, стоит. Что ли, выручили. Говорите, что надо. Да нам бы... Варя меня зовут. Варвар, значит. Нам бы, Варвара, пару вопросов тебе задать надо. А хоть пару, хоть не пару, спрашивай, раз надо. Чем смогу, помогу, а не смогу, не обессудьте. Мы в институтах не обучались. Кто тут у вас дорогу? Кто тут у вас взломал? Дорогу железную разобрал? Рельс, что ли? Да известно кто. Бандиты разобрали. И зачем? А поди их разбери, зачем? Они передо мною тут не отчитывались. Ясно. Дорогу нам дорогу найти надо. Покажешь? Найти надо. Железную? А что ее показывать? Вон она, вверх закручена. Туда ее бандиты закрутили. Топереча все поезда там пропадают. А бронепоезд тоже там? Там, все там. А как же нам туда попасть? Через кукурузу идите. Путь нелегкий. Кукуруза одичал, давно заросла. Но другой дороги нет. Сведения малоутешительные, Петька. Просто так нам через кукурузу не пробраться. Да уж. Думай. Думай, Петька. А ли чего спросить забыли? Может, у тебя... Так, тяжело, наверное, одной. Тяжело, наверное, с детем-то одной. Тяжело, конечно. Муж-то в разъездах. Все хозяйство на моих хрупких плечах лежит. А кому сейчас легко? Вот и я о том же. Дрезина, так, не, нужна? Не нужна? Недорого отдадим. Да на кой она мне? На ней ездить-то некуда. Так в ней еще жить можно. Жить у меня есть где. Дом у нас большой, просторный, так что не нужна мне ваша дрезина. Жалко. Может, так, у тебя серп какой-нибудь есть? Серп? А на что вам серп? Кукурузу рубить будем, дорогу прокладывать. Ишь ты какой догадливый. Нет, серпа у меня нету, коса есть. О, так это даже лучше, одолжишь?
А за какие такие заслуги? Ну как же, мы ж тебе дитё успокоили. Ну, разве что за дитё. А, ладно, берите. Мне она все равно не нужна. Подписываемся, друзья. Никогда не забываем жать на колокольчик. Что здесь может быть дорога, такие заросли. Хорош рассуждать, Петька, коси давай. Надо бы покосить. Петька, коси а? Давай кукурузу. А почему я? Потому что приказ у меня такой. Командир я или нет? Так на Петьку, правильно, вот так. Пошли. Ну и по коньяку ламки. А ну, разойдитесь, а то зарублю ненароком. Эх! Ого! Фу, пришли. А я уж было подумал, о, меня саранча сожрет. Тебя, Петька, сожрешь, как же. Ты сам кого хочешь сожрешь. Что не говори, товарищ комдив, а в кукурузу я больше ни ногой. А нам туда больше и не надо. Отступать некуда. Слушайте, может, хватит уже языки чесать? Вы лучше вниз посмотрите. Ого! Я бы даже сказал, ого-го, Петька. Прям кладбище поездов какое-то. Точно, Петька. Вон и бронепоезд наш здесь. Василий Иванович, может, там кто живой еще остался, а? Все, может быть, Петька, надо бы туда слазить да посмотреть. Легко сказать, слазить. Высоко ведь. Да. Давай, Петька, я тебя за ноги подержу, а ты вниз попробуешь спуститься. Нет уж, Василий Иванович, мне еще жить хочется. А тебе, Петька, умирать никто и не предлагает. Просто думайте, думайте, как спуститься. До поезда добраться. Петька прав, не делай это, опасно. Спасибо, Анка, хоть ты за меня заступаешься. Так, парашют используем. Придумал, товарищ вот комдив. Нужно вниз на парашюте спрыгнуть. Кто у нас тут самый легкий? Я, Петька, твой намек поняла. Только извини, отпадает. Хватит, налеталась уже. Тогда, может быть, ты, Василий Иванович? Знаешь, Петька, сам придумал, сам и прыгай. Да и парашют всего один, так что... Ну вот, я, как всегда, крайний. Не гунди, Петр, прыгай. Обстановку там разведаешь туда-сюда. А мы с Анкой тылы прикроем, в случае чего. Давай, не тяни. Первый пошел. Полетел. Удачно приземлился. Опа. Прямо в вагон попал. Так, ну что ж, посмотрим, что тут с бронепоездом случилось. А дверь-то закрыта. Как я туда попаду? Кольчик просто спрещен. Лампочку выкрутим. Разбил. Разбитую. Выкручу-ка я ее, чтоб кто-нибудь случайно не порезался. Так, отлично. Теперь другую лампочку выкрутим целую. А эта лампочка целая, но не горит. А раз не горит, то и не нужна она здесь. Правильно? Правильно. Подписываемся, друзья. Лампочку вкручиваем целую в это место, где была разбитая. Попробую вкрутить лампочку в этот патрон. Может, она здесь заработает? Да будет свет! Ого! Да опа. Тут еще, оказывается, что-то и тайник. Открылось. Клад это какой-то. Я хорошо тайник? Так, печать какая-то странная. Что-то она мне напоминает. Угу, отойдем, возьмем печать. Печать? Дело хорошее. Мало ли, припечатать кого-нибудь придется. Так, что бы это могло быть? Ой, по-моему, дверь открылась. Сейчас посмотрим. Странно. А мне показалось, что я слышал, как замок щелкнул. Попробую еще раз. Еще раз. Может, теперь так открылось? Нет, заперто. Ничего не понимаю. Так, ладно. Берем. Похоже на нос другого паровоза. На носу у нас обычно находится котел. А раз так, значит, его крышка должна открываться. Занятно. Берем нашу печать. Прикладываем так, тут серп и молот. И на печати то же самое. Может, это какой-то знак?
Да уж, точно знак. Да это не просто знак, это замок. И я его открыл. А вот и я. Ты как туда залез, Петька? Уметь надо. Ха, молоток. И что теперь? А ничего, постою теперь тут, подумаю. Ну, думай, думай, только недолго. А то нам с Анкой надоело уже тут торчать. Так, снарядик возьмем. Снаряд? А что если... Ты что там удумал, Петр? Ну, да. Спокойно, сейчас все будет. Чует мое сердце, не к добру это. Сплю, нянка, сглазишь еще. Баба! Ах ты ж! Фу, так и знал! Петька, предупреждать надо! Извини, товарищ комдив, не успел! Спускайтесь сюда! Ну что, Анка, теперь можно и спуститься? Теперь можно! Можно! Жик! Ну что, друзья, на этом мы закончим пока. Сохраняемся. Сохраняемся. Так, отлично. Выходим из игры. На счет смотрим раз, следующую оба серию. Крутим стрелки. Готов, Петька? Всегда. Тогда раз. Хитрая система. Но вот Чапая да. не проведешь. У Чапая это, как ее? Интуиция. Она самая. Итак, что мы имеем? Это купе. Самое обыкновенное спальное купе. Только с сортиром. И похоже, в этом купе жил никто иной, как сам Котовский. Вон на стене его портрет висит. Молодец, Анка. Наблюдательность вот у тебя, да. что называется, женская. Только, боюсь, нам это не поможет. Не знаю, как вам, а мне это очень даже поможет. Особенно сортир. В каком смысле, Петр? А в самом прямом. Очень я ему сейчас... надо на сортир. Пока, друзья, до новых встреч.